Друзья мои, мы сами с Горьковского направления приехали на Рязанское, на ИП-2D покататься. Найди новое, 181-е ИП-2D. Короче, сутка, друзья мои, мы не с Горьковского направления. Мы с других направлений, с более престижных, нормальных, да. Какая же здесь грязь. Паш, что ты думаешь про рязанское направление? Достойно оно ИП-2D или нет? А? Нет. А скажи прямо в камеру это. Нет. Правильно, мы с Павлом полностью согласны. Я что-то думал, что на Белке и Киевке порешат, и все. Да, мы думали, что обновят Белку, Киевку. Она дальше закончится. На этом все. А то обновляют это ужасное направление, вульгарное. Надеюсь, на Рязань новых составов вообще никогда не дадут. Мы только что такой гниль сняли. Ужасно просто. Вообще гниль, гнилью, гнилью. Да, трешовые скорости мы именно наслаждаемся. Как Шушкина Латышская? Ну да. Выбирай либо без контроля, либо с контролями. Следующая остановка Выкина. Выкина с этой стороны? Да. Ладно, тут никто не выходит, слава богу. Выбирай либо с Мазуровым там. Не называй фамилии. Лучше, да, Киевка лучше, тут вообще помойка. Паш, прикинь, с Ленинградкой это соединят этот пиздец, и будет пиздец умноженный на 2. Да там уж получше, если отбросить все недостатки. На Ленинградке? Да. Ну да, попрестижнее чуть-чуть все-таки. Раньше там не было всего этого. Да. На 10 тогда. Платформа, смотри. Видишь, тут... Почему нет высокого забора? Потому что высоко. Угу, никто, да, не решит. Это какой у нас район? Выкино-Жулебино? Да, а чем как будет? Выкино-Жулебино. Тут живет мадам комбайн. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка Выкино. Не сочетается этот голос на этом направлении с АППКшным. Да. Не, больше я в Глобус вообще в этот не поеду. Да, мы в Глобусе были, тут, в которых посена такая помойка. Точно, для мигрантов, азиатов какие-то вообще. Смотрите, еще одна ИП-2D. Мне-то, друзья мои, неприятно видеть, что здесь новые составы ездят. А представьте, каково мадам Ани комбайн ехать в своей челюсти, новые составы. Теперь, Паша, останется только хотя бы год-два, чтобы они здесь все застряли полностью. Мы все приедем, посмеемся над этим колхозом. Всякие лица явно с ней русской внешностью мне доказывают, что а все эти города... А это еще кроссов, в субботу утром на Рязанской Элке. Хорошего нет, утром я точно не поеду на Рязанской. Не хочу. На Рязанской, на самой душной, чтобы в вагоне, чтобы ощутить, что такое плюс 43 градуса. Ты хочешь, чтобы у меня испортилось, нарушился баланс кожи моего лица? Ну, давай Выкино посмотрим. Когда температура комфортная 20, для кожи, а там, представь, 40. Самая ужасная ветка на московского метрополитена, точнее, вот этой части. Ты там не особо. Ужасно. Да там все равно лучше. Ну, Шульдинская, ну, там. Следующая остановка. Мы даже не переживаем, что упадет. Ну да. Выхина. Самая известная станция. В плохом смысле известная. Слишком много здесь нарушений. Ну, видишь, тут сейчас мы останавливаемся, как на рабочем раньше. Ждановская здесь... когда-то была. Упадет? Я даже видел это название в детстве. Ждановская. Как на рабочем раньше. Mm-hmm. Ну, видишь, пересадка прям с ЖД-шных турникетов. Ну да, чтобы за колбасой было проще ездить из Луховиц в советское время. Так, кто там вышел? А зачем он вышел? Контролировать посадку. Небось наслаждаются, что ИП-2D получили свое с Раменска. Они всегда здесь так выходят? Вообще? Да. А если один машинист ведет только?
такого не может. Всегда двое, что ли? Пока не выкинет ремонт платформы, поднимается на ремонтирую, чтобы МЦД открыть, чтобы Собянина на выборах выбрали. Вот наверное, так. Стоит хорошо. Ну да. Как тебе, что здесь на ежике была пересадка? Нормально, а спой. Вон все выходят оттуда. А что ты можешь сказать про Горьковское направление? Да ничего хорошего. Всякие Саши Есины, пердоны или кто там. Ужас, ужасно. Какой-то Олег какой-то. Там все больные, это я. И группа эта вульгарная, петушарская. Петушиная? Ну тогда ездили петушки. Правильно, петушатник. А еще какой поезд? Какой-то этот админ там, Васильев, какой-то. Клобук. Да. Ужасно просто. Еще 5 остановок кайфа. Кайф в кавычках. Еду чисто снять контент веселый. Только дурачкам 69. Может нравится здесь. Все ради того, чтобы сэкономить полтос. Кататься. Надо же хоть как-то отбить мой стойник, зря потраченный. Ужасно здесь все, ужасно просто. Я... Так я и за кофе стримили. А так-то все. Я видео снимаю, типа. Какие ужасные эти районокотельники. Фу-фу-фу. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот так вот. Скорости. Хоть бы мы сюда сделали, чтобы рязанские со всеми остановками. Я буду наслаждаться. Так они и так со всеми. Но какие-то мимо едут. Плющево людей плющит. Они плющат, нет, курнут их и плющат. Плюшками балуются. Помнишь? Перегоны длинные? Очень. Вообще, между остановками охуенно. Тут вон, смотри, это мой охренник стоит туда. Нормально, да. Ой, сейчас подними мой велосипед с того, а то буду садиться с своими сумками. Мадам, на комбайн похоже. Ой, все говно в одном флаконе сегодня. Все говно в одном флаконе. Это у нас какая? А? Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка Плющева. Что, маленько? Чё? Да ладно, все, вот мало проехали. Хоры дрочить дверьми, блядь. Дверь что где же? Ой. Блин, что-то башку не ощущаю. Они не тугие. Их можно ногами отжать, да? Блядь, мы все-таки упали, ну ёпта. Это чужие вещи еще упали. Потому что машинисты не дергают, блядь. Господи. Мой ты не разбился? Да нет, он на мой упал. А мой на вот этот мягкий. Ладно, ничего им не будет. Не туда, так в другую сторону упал. Потому что машинисты из депо Раменского не умеют трогать составы. Их надо на них жалобу писать. Когда мы едем по Кипскому, такого нет, чтобы велосипеды падали. Потому что они там трогают плавно. И на Белке тоже. А тут нет. Что ж ты хочешь? Что ж ты, Паш, хочешь колхоз? Гнилья пересадили на новый состав. Конечно, они будут безобразны. На ИДТ не тормозят, что-то пиздец, короче. Ну, скоростями насладись. Давай сюда есть двери держать специально. Злить их. Да. Как тебе скорость? Будем держать двери. Быстро? Чтобы составы беспорядок быстрее привести. Быстро скорость? Очень. Очень. Ой, знаю, сейчас на меня столько где-нибудь помидоров, такие слова. Смотрите, вот это для жителей рязанского направления места. А что здесь такое?
бордель какой-то или наркопритон, что это такое? Коробочки вон стоят. Угу. Здесь они не смотрятся. Нет, вон новые. Да. Все, какая у нас? Ключево. А потом вот это Горьковка? Перово. Андроновка и Рематульна. Ключево. Следующая остановка Перово. Ну, это направление вообще надо найти, разобрать. Так, сейчас будет трубиться. Где прям это? Ой, табличка была. Застав стоит. Куда-то вот, наверное, с Раменского. Ой, будка D3. Жаль, что все-таки взялись они обновлять этот колхоз. Жаль, да. Жаль. Вот табличечку с табличкой. Что я думаю про это направление, коротко? Вот, смотри, действительно табличка. Вот что прям. Ну пусть хоть немножко цивилизации насладятся. Кстати, белорусское направление тоже страдает из-за поганого D4. Какие-то отмены у нас там, еще что-то. Все в угоду колхозу, из всяких петушков. Осторожно, здесь даже названия все некрасивые. Следующая остановка Перово. Много машинистов здесь, почему смотри. Дай-ка мы привезти мне еще. Да, сейчас будет Горьковское направление. Даже страшно представить, что эти пути будут вести на Киевку через белорусское направление. Ужасно. Куда мы скатились? 10 лет назад даже мысли такого не было, чтобы Киевку с таким говнищем соединили. Нахуй оно нужно там? Со всеми этими бомжами. Всякие Валерии заеблены, колхозницы, которые себе нашли мужей в Красногорске, вцепились у них руками и ногами, чтобы выбраться из своего Павловского посада, который стал акунихой, вонючка. Ублюдское направление, вот это, внизу. Павелядов, ты все раз по себе. Кстати, левосторонние движения. Ну, не знаю, все через жопу здесь. Что, блядь, они как-то херово тормозят. Виноградова. Да. Смотрите на этот ужас. Осторожно, дверь закрывается. Следующая остановка Андроновка. 138. По-моему, на белке ездил 138, да? Да я не помню. Я когда еду, себя боюсь, что запахом этих очистных сооружений или брестских велки будет пахнуть. Сейчас мы будем, где вообще такое говно. Длинные остановки? Больше. Можно прям 120. Ой, смотри, пути. Это я пути. Ой, пути. Ой, да. Наживешь ты себе врагов этим видео. Кот сидел. Курское направление тысячу раз лучше, чем это. Такие видео, наоборот, поднимают интерес к моему каналу. Людям всегда приятно услышать
мнение независимых экспертов, как спецсер, про такие уж важные восточные направления. Здесь где-то МЛРЗ, вот это оно есть, смотри. Да. Где здесь вот эти М2 делали страшные. В цветах Павеляки, кстати, смотри, здание. Да, скорости здесь офигенные. Это уж хочу так наделать, чтобы вот как на совке прям. Смотри, рашечки стоят, смотри. Там Ра-1 даже было. Друзья мои, а почему вот это не ездит тут? Вот этого достойно же жители. Рязань, да. Какие же там города-то еще? Нет, я про вот эти составы, смотри. Вагоны. Андроновка. Следующая остановка авиамоторная. Наша? Да. Наш тоже с этой стороны? Да, все здесь. Да, трешовое направление, конечно, вообще жесть. Да, мне тоже надо мороженое съесть. Или Даша на потерпку? Нет, это очень долго. Мне как плюнули душу вообще. Ты не прав, плюнули в душу мне, тем, что обновили это направление. Слышал? Нет, не слышал. Да. Вы пукнули? Да. Андроновка. Андреевка. О, запах есть. Андрон. Осторожно, да. Двери закрываются. Следующая остановка – авиамоторная. Ой, это я или Сулистер? Это ты. Ты кофе так вздёрнешь, что ли? Я не знаю, друзья мои. Мы еще немножко подбавили газик на казанском направлении. Все, мы сейчас будем выходить. С улицы я это снимать не буду. Неинтересно. В общем, прокатились на ИП-2Т по суперскоростям, по супервидам, насладились, все супер. Как все окрестности Андроновки? Ужасные. Подписывайтесь, МЦК. Да, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, мы увидимся в новых следующих видео.